Еще одним объектом культурного наследия в Иванове станет больше. Речь о 30-й гимназии, что на улице Степанова, которая в скором времени обретет новый статус. В начале года старейшее учебное заведение города отметило юбилей 140 лет. В дореволюционные времена сюда принимали исключительно представительниц прекрасного пола. В советский период школа стала общей. Главное здание, расположенное в историческом центре, спроектировал ивановский архитектор Напалков. Он воссоздал, тогда это было модно, классический стиль. И как вот, если посмотреть консультацию архитекторов, это подражание французскому классицизму. Вот, он включает в себя определенные каноны, вот если обратить внимание, выдвинутые вот, передние части, большие окна, там, и вот, пропорции, геометрия. Статус выявленного объекта культурного наследия гимназия получила еще в 1988 году. Для внесения в госреестр памятников истории и культуры требовалась соответствующая экспертиза, средства на которую собственник, то есть город, нашел только сейчас. Под охрану попадет главное здание вместе со школьной территорией, на которой выросло несколько современных корпусов из силикатного кирпича. С почетным статусом на объект культурного наследия наложат и ряд ограничений. Было установлено, что он объект регионального значения. Теперь на нем необходимо проводить реставрационные работы, то есть приводить его в соответствие с первоначальным видом. Для этого нужно разрабатывать проектную документацию на реставрационные работы. А вот на основании проектной документации для поддержания в надлежащем техническом состоянии собственник может проводить действительно локальные ремонтные работы. Средств на ремонт фасада с учетом новых требований понадобится несколько больше. Монументальное здание из красного кирпича в срочной реставрации, конечно, не нуждается. В ближайших планах руководства перекрыть крышу, чтобы вода не повредила внутреннюю отделку. На этой земле мы не можем, значит, делать никаких построек дополнительных новых. Ремонты, какие-то виды ремонтов без согласования, без проектных работ, экспертизы и, соответственно, ну, в общем, согласования всех инстанций. Инициатива по внесению гимназии в государственный перечень поступила от руководства учебного заведения. Теперь великолепный памятник архитектуры под надежной защитой государства. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.